Утром с чаем, в обед, на ужин, за праздничным столом или в каком-нибудь салатике. Колбаса – уже давно неотъемлемая часть культуры и питания гражданина России. Когда-то она была в дефиците, сегодня прилавки переполнены, оттого и выбирать этот продукт лучше у проверенных производителей. Постоянно берем всегда, ассортимент большой, все свежее. Устраивает цена и качество, и все устраивает. Здесь свежие, во-первых, все время продукция мне нравится, и доступные цены. Мясную продукцию компании «Минтавр» в народе любя называют «Мендибековской». Это уже бренд. Колбасы и мясные деликатесы, которые производят в селе Бельтырск Аскисского района, широко известны за пределами Хакасии. Популярность в народе объясняется просто. В производстве используют хорошее мясо. Наше предприятие принципиально работает только на отечественном селе. Отечественный свинокомплекс «Томский», мы закупаем там свинину полутушек, и говядина – это от населения. Хорошее сырье перерабатывают на современном оборудовании. Например, австрийский кутер, где смешивается начинка для колбасы, сам регулирует температуру фарша, не позволяя ему нагреваться, что исключает возможность порчи сырья. Машина для приготовления льда позволяет заменить в рецептах воду, что также немаловажно при производстве. Мы выпускаем на данный момент около 100 наименований колбасных изделий и около 40 наименований деликатесных изделий. Отдельного внимания заслуживает цех копчения. Здесь специалисты за несколько часов превращают и без того аппетитную продукцию в достойное украшение любого праздничного стола. Коптят строго соблюдая температурный режим и исключительно на натуральной щепе. Мы не пользуемся какими-то искусственными, допустим, ароматизаторами копчильными. Это у нас натуральная щепа буковая, что придает не именно тот тонкий вкус копчения и придает очень красивый цвет. Спрашивайте продукцию компании «Минтавр» в магазинах республики. Полный ассортимент можно найти в Абакане по улице Аскисской, 152-Б. Магазин «Аскисские колбасы».